Nossa. Oi, дорогие друзья, вот когда проходит такой забег, все внимание к нашим знаменитым спортсменкам. Мы представляем титулы чемпиона мира, призер олимпийских игр. И Евгения Силуева, рекордсменка мира в эстафете, еще лежит сейчас по третьей дорожке. А Костецкой тоже, в общем, все мои титулы значимые. Первые 200 метров. Вот великолепная спортсмены сейчас пробежали 300 метров. Пока никто еще не потерял возможность. Он еще поклевал вообще. 56-73 по дистанции. Ну, в основном тактическая борьба, это перемещение от стали преследования. И вот Елена Соболева, посмотрите, она сейчас лидирует. Елена Соболева, 250 метров до финиша. И вот смотрите, группа преследования сейчас. И третья, четвертая, пятая. Сейчас самое интересное. Вот давайте поддержим сейчас, выбегаем, ребята, сейчас. Очень высокий результат, финишная прямая. Елена Соболева, 44-45. Елена Соболева, это прямая. Ё-моё! Лучший результат. Дорогие друзья, остаемся с вами.